Не, он имеет в виду амплуа, типа расставить штрафные. Я расставил. А, не, я расставил амплуа и приехал. Ну, мы будем снять красный. Я просто, блядь, у нас просто эти 23.00, блядь, а мы, блядь, только начинаем со вторыми. Так это вы вторую овку, да, уже сейчас играем? Да. Надо выиграть вот эти два матча. Если тоже он полтора забил. Команды начинают эту игру. Поехали. Я что за Империум, блядь? Это может быть опасно. Ну, пасик, побольше это надо мяч двигать, потому мы пытаемся проломаться вот туда, сейчас вот ты пытался на троих рыть, а стоят все вместе. Так. В прошлом матче также пытались, есть, через меня мана, двел, стой, слева, стой. Только быстрее, я двел тебе. Подожди, ты там зеленый? Да, прямо перед мячом стою. А, понял. Всех поменял. Не, они 40 человек кроют. Перехват был хорош. Есть варианты для паса. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Судья показывает там угол поля. Давайте я кому-нибудь дам подавать. Все защиты. Все боты защиты в атаке, что ли? Я худею, блин. Один остался. Один в один еще. Попробуем. Конечно, не делал. Так, а кому дать амплуа поддавать штрафную сторону? Да, поставь на эту точку, я тебе навешу, ты дальше сделаешь навес. Кому поставить штрафную слева? Под удар видим. Ой, эти угловы. Да похуй. Да, сейчас. Попытка восстановить игру. Посмотрим за этой атакой. Бот сдерживает, хорош. А красивый мог быть пас. Герман. Блять, на 115 человек, блядь, 107. Серьезно? Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Ну, действительно, гостям можно и попрессинговать немного. Ну, если есть силы, то почему бы не попробовать поддавить соперника как следует? Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А сейчас вперед можно выйти. Прекрасный гол. Мы говорили о том, это что просто шедевр, говорит комментатор. Они взяли и вышли вперед. Да, повышение в классе все ближе и ближе. Счет матча уже открыт. Мы увидели быстрый гол. 14-я минута. Херман. Тут может что-то получиться. Давай. Штрафной удар. Кто свалил? Я или бот наш? Не, босс. Я просто уже мяч отобрал, блядь, пиздец. Хороший вынос мяча из штрафной. Справа есть двое. Сплэш офсайд. Это может быть опасно. Нахуй, что-то далеко все, блядь. Бля, на Диму выбрасывал. Чего на Херман? Пас на ход партнеру. Серьезно? Проходит эта передача, может быть опасно. Да, попроси у него. Хорош. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Сука. Пас пяткой, но. Я нам поближе, может, надо было просто ты опускаешься. Я еще ниже опускаюсь. Один. Хорош. Охуенно. Просто охуенно. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Ой, хорош. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть стеночка, ладно. А, да, стеночка там. И удар должен последовать. С
сбрасывает мяч. Вскакивает, забивай. Ничего, Глеб, ничего. Глеб, ладно. Отыграй. Давай. Хорош. Может быть интересно. Двелт еще. Что творит? Еще есть матчи, и набрать нужно было всего лишь одно очко. Не стала команда откладывать дело в долгий ящик. Красавчик. И закрыл. Да. Молодцы. Спеша не повезло, конечно. Повышение в классе. Упас в ноги. Может получиться интересная атака. Сука. Потеря. Блин, как же мне это надо. И ближе к воротам игра переходит. Ты пойдешь, по-моему, я останусь. Дерево. Ага, пенальти, скажи мне. Тут его накрывают. Пацан, ну ладно. Барзали. Блин, а, Артик, сейчас не цоп. Слушайте, какая культура паса у него, а? Пока неплохо. Так. Ну-ка! Удар, ну, блядь. Еще пасик. Да я не тебе, ну я сразу тебе давал, не знаю, что сплэши пошли. Я сплэшу говорю. Не тебе, блядь. Надежно играет защитник, атака прервана. Все, забить хочет. Очень дальний удар, таким вряд ли можно забить. Он будет первый в истории чемпионата Украины, блядь, бомбардир, блядь. Кто? Сплэш. Будет, думаешь? Ну, наверное, если забьет. Может, если меня обгонит, у меня уже два мяча есть. Атака. Так, шлем. Проходит как. Артик хорош. Мяч за пределами поля, угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. Оставляет мяч для навеса. Удар заблокирован, счет прежний. Первый я, второй Артик, хороший. Да, красавчик. Дальний нам. Плохая подача, голкипер. Ой, без труда забирает. Присосался. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. Замысел соперника, а не изобладели мячом. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Это может быть опасно. Защита надежно играет, мяч отобран. Серьезный перехват. На опыте выиграем по соперней, блядь. А кому поставить? Кому поставить левый угловой подавать? То стоп меня, видите, Посейдона на все. Справа, слева будем. С одного будет вылетать. Давай, чтоб я тебе давал здесь потыкивать. Сейчас будем, блядь. Тащить, ну, три очка надо зарабатывать, и будет чики-пики. Да, вот это Марсик, блядь, переживает чемпионат. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Марчик похуй, наверное, на работе все. А, он стрим может... запросил, как похуй. Игра остановлена из-за нарушений, да, и смотришь. Тут ситуация вполне на предупреждение. Первый матч, наверное, посмотрел и умер, блядь. Да, это вы нахуй. Вынос, мяч смотреть. Не задержался в штрафу. Хорошо, что на работе, да, остался. Разнес работу. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Нормально. Барзали. А тебе зам капитана растишка. Можно продолжать атаку, ведь мяч в них. Испортился растишка, блядь. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Типа скис. Ну. В
Нормально. Ну, прибежал за ним. Защитник разрядил обстановку, будет аут. Сразу кину, если что, только вправо лево, куда. Подходи, подходи. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. В этой атаке оборону пройти не удалось. Да, значит, стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Было очень, да, да. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Тут может что-то получиться. Судья позволяет продолжить атаку. И выносится сука. Мяч и штрафной. Хорошо. Здесь прессинг. Мы друг друга поняли, самое главное. Герман. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим за этой атакой. Соперник я с сорян, я что-то думал забежать, потом передумал. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. 20. Был фол, тут нечего обсуждать. Да, блядь, ну корпус же, ну пиздец, ебаная хуйня, блядь. Пиздец, непрокаченный игрок, поставил корпус, фол, блядь. Я ебал, блядь, женский фут. Сука, блядь. Герман. Ищут они разные варианты для атаки. Вот это блок, так, это фол. Мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Хороший вынос мяча из штрафной. Командный прессинг используют гости. Будем надеяться, что хватит кондиций на такой вот спорт. Пас из-за того, что ли, вообще не прачен. Мороженое есть? Надежно играет защитник, атака прервана. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть тут по тобой сразу же? Забивать нужно! И пробил! Ну, блядь! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Ебать, ты не знал, ты был на пол сидел. Арбитр назначает угловой. Ай, мой кисточка. Что, просто навесить или что? Давай на дальнюю. Давай. Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Не думаю, что сегодня что-то может измениться. Времени прошло уже прилично, а надо забивать, да при том еще и не один раз. Похоже, что все вопросы о повышении в классе переносятся на следующую игру. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля.
Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Ой, я себя потянул, блин. Удар! Справляется вратарь, но есть... И это должен быть гол! Это гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Итак, вот она показалась уже, спина соперника. Еще один гол и догон. Они в ухо дали. Главное, чтобы времени хватило и сил, в чем я, кстати, не уверен. Пока неплохо. Сука. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. И это должен быть гол! До конца он... Казалось, что был гол, но вынесли мяч буквально с ленточки. Ух, да, теперь можно и дух перевести. 2 минуты добавляется. Да, снимает. Мяч перешел. Да, блядь, ну почему пошло, блядь, ни одному, ни второму посередине, блядь. Я сейчас не хочу накаркать. Просто удар времени совсем обрез. Решительным жестом судья накаркал красную карточку и слушать это ничего не желает и не будет. Или у меня микрофон выключен, меня никто не слышит. Подобный подкат чреват нарушением правил. Что и было в данном случае. Марсик, меня слышно? Все однозначно. Явно игра в голову, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Ой, слава богу, блин, а то бы сейчас срали. Фу, блин, короче, да. Столько нервов, бля. Ну, как ты думал, не фулка играть? Это нервы. Нормально, один пас в втором тайме. Нормально. А, там 40 у кого-то. Нормально, чё, играем. Блядь. Реально, в 9 пасов в первом тайме, блядь, один, ну там 9 из 10, и один во втором, нормально вообще. Арсик, я к тебе хочу, там у тебя веселее.